Сегодня был вообще ранний подъем в 6:15. Я начинаю становиться жаворонком. Что-то мне это не нравится. В Алма-Ате придется все возвращать обратно. Что кто в Алма-Ате ложится спать в 9:30 вечера? Там еще столько всего интересного. Здесь уже ночь, все выключили. Вчера тут все было затянуто каким-то дымом. Говорят, что якутские пожары дошли до Павлодара. И вот тут все, ну тут не Павлодар, это Усть-Каман. Очень далеко за Усть-Каменогорском. Вон там прямо Катон-Карагай. Сейчас мы позавтракаем и туда поедем. Заката вчера красивого не было. Вот прямо по курсу. Села просто солнце в тучу и все. Я думала, тут такие чудеса будут нам показывать через все небо. Нет.